На завершающей стадии находятся работы по расчистке территории, прилегающей к зданию аварийного общежития в микрорайоне ЦАРС. Местность очищается от деревьев и от хозяйственных построек, возведенных вокруг здания. Следующим этапом будет уже демонтаж бывшего общежития. Одна бригада из 15 рабочих и 6 единиц техники потребовались для зачистки придомовой территории от объектов, которые будут мешать строительным работам. В сроки, установленные инвестиционной программой, на этом месте планируется возвести 75-квартирный жилой комплекс по типу того, что уже отстроили на улице братьев Губаевых. Точно такой же дом, как и вот соседский, 75 квартир, 5 этажей, 5 подъездов. Демонтаж здания, строительство ограждения забора. У нас идет пока и уборка территории. Работы после демонтажа мы сразу приступим к крытию котлована под фундамент. А задача дома у нас 2022 год. Долгое время жители общежития вынуждены были проживать в непригодных условиях. Однако главой государства Анатолием Бибиловым было принято решение построить на этом месте новый дом. А жители аварийного общежития ПТУ стали счастливыми обладателями долгожданного собственного нового жилья по улице братьев Губаевых. Марианна Чойчиева, Арсен Гасиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.